Эдсо, входи, сынок. Эти пакеты нужно доставить моим компаньонам в городе. А еще я прошу тебя сходить в голубятню и забрать сообщение для меня. Ва бене. Я все сделаю. Когда закончишь, возвращайся. Нам нужно еще кое-что обсудить. Сынок, постарайся избегать неприятностей. Кем ты себя возомнил, дядя Чен? Простите, сеньор, я разгневал вас. Я ухожу, ухожу. Ты сынок Джованни? Нет, болван. Случайно этот парень выглядит точно как он. Давай сюда. Не волнуйся, парень. Мы не заразные. По крайней мере, я. У тебя что-то болит, друг? Что с ним? Почему он не может ходить по-человечески? Сюда! У меня пакет от... Джованни Аудиторе? Да. За тобой следили? Нет. Зачем кому-то следить за мной? Дай мне пакет. Они выезжают ночью. Пусть твой отец поступит так же. Кто выезжает? Что происходит? Стой! Вернись! Объясни мне! Иди с разливом, Арно! Ведем сбор на ремонт! Все корабли, заходящие в главную гавань, будут облагаться налогом зависимости от... Привет. Осторожно. Отец? Федерико? Мистер Эцио, простите, я не нарочно. Что случилось? Где все? Вашего отца и братьев отвели во дворец Синьории, в тюрьму. А моя мать и сестра?
Эцио! Клаудия. Все в порядке? Да, но мама... У нее шок. Она сопротивлялась, и они... Здесь небезопасно. Можешь отвезти их куда-нибудь? Да, да, к моей сестре. Хорошо, так и сделай. А я пойду к отцу. Осторожней, мессер Эцио. Стражники искали и вас. Из-за неурожая цена пшеницы поднялась на 6 флоринов. Что за наемник? А? Какой милый. Эцио. Отец, что случилось? Они избили меня, но это ничего. Что с матерью и сестрой? Они в безопасности. Их увела Анетта? Да. Постой. Ты знал, что это произойдет? Я думал, что все будет несколько иначе. И не так скоро. О чем ты? Объясни мне. Нет времени. Слушай внимательно. Возвращайся домой. У меня в кабинете есть тайник. Постарайся найти его. В тайнике сундук. Забери из сундука все. Кое-что в нем может показаться тебе странным, однако все это важно. Понял меня? Да. Хорошо. Кроме всего прочего, в сундуке ты найдешь письмо и документы. Бумаги нужно отнести миссеру Уберто. Сегодня утром он был у меня. Гонфолоньер, я помню. Но объясни мне, что происходит? В этом замешаны паццы? В голубятне была записка для тебя. В ней... Иди отсюда. Уходи. Туда, быстро, стой! За ним, парни! Арте дель Камбио предупреждает, не имейте дела с Пентиволио из Болонии. Запрет будет снят только после того, как Пентиволио... Отец сказал, что здесь есть дверь.
Нужно отнести это мессеру Уберту. Предатель! Эй, уберите мечи. Вы же хотите арестовать меня, да? Нет. Так Подним чего ты хочешь? Смену. Чтобы ты умер! Уничтожь мне лучше тех, чье место вы хотите занять! Луиджи! Торговец! Мы отлично ждем! Качество нашей работы не может... Вон он! Не упустите его! Тебе плохо? Держи себя в руках! Я ухожу! Ой, чересчур! Бегите! Бегите! Эцо Аудиторе? Что ты делаешь здесь в такой час? Это... я не... Погоди, сынок. Отдышись. Отдохни. Мой отец и братья в тюрьме. Мне поручили передать вам это. Теперь все ясно. Это недоразумение, Эцо. Я все улажу. Как? В этих документах содержатся доказательства заговора против твоих родных и города. Утром я представлю их на заседании суда, и твоих родных освободят. Спасибо, сеньор. Конечно, сынок. Тебе есть где переночевать? Можешь остаться здесь. Но, грация, я буду ждать вас на площади. Не волнуйся, Эцо. Все будет хорошо.